Таркешвар Махадев. Когда Бхактивинода Тхакур хотел отправиться во Вриндаван, то Таркешвар Махадев дал указание Бхактивинода Тхакуру. «О, Бхактивинода Тхакур, сейчас не время отправляться во Вриндаван. Ступай в Инвадхиватхаму, где находится место явления Шри Чайтанья Махапрабху. Постепенно это место становится скрытым из-за влияния мусульман. Прояви заново Дхаму Махапрабху». Бхактивинода Тхакур называют седьмым Госвами. Наши шесть Госвами во Вриндаване проявляли места в Раджа-мандале, а Бхактивинода Тхакур проявлял святые места в Гаура-мандале, такие как место явления Махапрабху, место его лил. И он внес большой вклад в Анвадхива Парикраму. Первоначально Нитянанда Прабху провел Парикраму по Навадвипе для Дживи Госвами. Затем Парикраму проводил Бхактивинода Тхакур. После него Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад. Затем Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж. И затем наш Гурудев Шрила Бхакти Веданта Нараяна Госвами Махарадж, благодаря которому множество людей посетили Навадвипа Парикраму. Итак, это место Шанкара. Шанкара Вайшнаванам Джаташамбо, лучший среди вайшнавов. У него есть одна из сваруп Сада Шива. Сада Шива нисходит в этот мир как Адвайта Ачарья. И что делает Адвайта Ачарья? Он призывает Махапрабху с помощью листьев Туласи и вод Ганги, взывая к Господу и призывая его с Голоки Вриндавана. Поэтому Адвайта Ачарья называют Нара. Нара что означает? Цитата. Махапрабху говорит в этой шлоке: «Я отдыхал в Кхир-самудре, молочном океане, но Адвайта Ачарья взывал ко мне так, что моя асана начала трястись, поэтому Адвайта Ачарья называют Гора Анатакур, то есть тот, кто призвал Господа». Бачан, в котором говорится, что по милости Адвайта Ачарьи можно обрести милость Ниты Гауранги. Итак, по милости Адвайта Ачарьи можно обрести, можно встретить Ниты Гауранга. Мы молимся здесь, в этом месте Махадева, чтобы мы могли обрести его милость и обрести Гауру Бхакти благодаря этому. Yeah.